Рассада Primula Viale имеет ланцетовидные листья, которые собраны в розетку. Длина листьев достигает около 30 см, а ширина 7 см. Листва зеленого тона, зубчатая по краю и покрыта редкими волосками. Цветение образовывается с колокольчатых, красно-фиолетовых цветочков и имеет свечеподобную форму. Цветы начинают раскрываться с нижней части и поэтому напоминают пирамидку. Растение вырастает около от 30 до 50 см в высоту. Плюсы Primula Viale. Необычное цветение. Компактный куст. Редко болеет. Семена Primula Viale нужно садить на солнечных местах или допускается полутень. Primula Viale, орхидная, это травянистый высотой от 25 до 30 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Окраска цветка красно-фиолетовый.